Всем привет, ребята, с вами я, Ливон, и сегодня будет необычный формат для моего канала. Сегодня будет выживание с модом под именем Bedrock Mod. Он добавляет вещи из Bedrock. Я уже зашел, добавил немножко досок, совсем немножко. Да, простите за такой маленький FPS. 5, 6. Впервые, когда я зашел в этот мир, у меня вообще было 0. Нормально. Сойдет. Ну, давайте мы скрафтим уже. Ну, я так. Еще будет немножко. А уголек. Не подумайте, что я ног. У меня просто сейчас плохой FPS. Для этого мода нам нужна версия Майнкрафта 1.7.10, потому что, как я знаю, этот мод позиционируется только на эту версию, потому что с сайта, с которого я скачивал, там была только ссылка на версию 1.7.10. Но ничего. Потому что 1.12 мой комп не выдерживает, просто вылетает. Так тоже хорошо. Хорошо? Все. Все хорошо. Галька у нас. Почему так? Я хочу снять про этот мод видео. Скажите, снимать мне или нет? Давайте я поставлю на паузу и на добывая угля и камня сделаю хотя бы немножко какой-то дом, добуду вещей и вернусь. Ща. Итак, я уже надобывал угля. 34. Здесь было довольно-таки много. Там я здесь тоже покопал. Там я куда еще пошел покопал. Мне еще много булыжника. У меня FPS там совсем немножко лучше. Но думаю, это тоже хорошо. На минималку лучше стал. Давайте мы скрафтим топор. Пойдем добудем деревьев. Вот. Ай. Все. Все, идем добывать деревья. Что-то пошло не так. Думаю, на этом можно заканчивать. Всем пока.